Всем привет, мои дорогие зрители! С вами Ориона и Чикен! В прошлой серии я скрафтила хорошую броню и хороший такой молот. Теперь я пытаюсь добежать до очередного храма. Бегу на луч. Здесь очень страшные и опасные монстры. Я стараюсь с ними не связываться, бегаю. Наша цель — это храм. Это вон тот луч. Держу на него курс. Надеюсь, что нам удастся добраться до туда живыми. Кушать хочется. Кушать хочется. Можно же сидя кушать на животном. Точно. Монстры такие опасные. Просто жуть. Драконов тут видела. Пока что мне везет. Никто не прицепился. А вот и храм. Ребятки, вот и храм. Наконец-то я добежала. Да, но добежать это еще далеко не все. Там будет яйцо. И наверняка это яйцо будет кто-то охранять. Кто-то большой и сильный. Так, где мои животинки? Бегут? Да. А вот и охрана ходит около яйца. Как бы мне добраться до него? Как бы мне его разбить? Ладно, пойдемте найдем для начала вход в храм. Или можно спуститься здесь, но... Там змея ползает. Или какая-то гусеница, или червяк, не знаю. Не видела таких. Возможно, агрессивная. Вход с другой стороны. Так, кошечка. Кошечка. Непростая. Скорее всего, тоже агрессивная. Обходим всех. Да, мне написали, что экстрим. Я знаю, что такое экстрим. Вот, дракон стоит. Черт, где же вход? Может, все-таки спрыгнуть вниз? Но там босс ходит, который охраняет яйцо. Надо что-то придумать. А если сверху в него пострелять из рогатки? Достанет он меня? Ой-ой-ой. Или не достанет? Так, что мне мешает пройти? Мои животные толкаются. Или как будто бы какая-то невидимая стена. Так, аккуратно. Аккуратненько, чтобы не упасть вниз. Трава мешает, ничего не вижу. Ох, чувствую, я об этом пожалею. Может, лучше его увести? Яичко скатилось вниз. Огонь! Не попало, что ли? По-моему... Попала. Он взбесился. Он яйцо толкнул. Яйцо куда-то улетело. А, мои животные побежали в атаку. Блин. По-моему, они убежали. Черт. Где вход? Может спрыгнуть? Рискнуть? Бинтики есть? Давайте аккуратненько. Аккуратненько. Вот так. Что-то я зависла. Зависла в воздухе. Не могу спрыгнуть. Что-то там мешает. Как будто невидимая стена. Ой. Я иду по воздуху. А, мои животные уже внизу. Они нашли вход. Они как-то оббежали. Они молодцы. Вот черт. Ладно, прыгаю. Лечимся. Отлично, полечились. Теперь надо забрать яичко. Вон оно. Вон оно. Ну, босс очень страшный. Сильный и страшный. Надо его обмануть. О, собачьи головы. Он сюда идет.
Животиночки мои, спасайте, отвлеките его. Так, молот в руку, чтобы быстро. А, вот он вход. Вот он вход. Я не могу ошибиться. Если я ошибусь, он же меня домой отправит. Всех убьет. Кого-то чувствует, где я. Смотрите, идет сюда. Прям сюда идет. Черт. Надо подождать, пока он уйдет. Или выманить его, что ли? Иди-ка сюда, жирафоногий. Попробуем выманить. Ты же быстрый. Убежишь от него. Так. Ой-ой-ой-ой! Я не управляю своим животным. Он сам в страхе убегает, ребятки. Я не могу им управлять. Когда босс подходит, моя животинка в страхе убегает сама. Черт, так не получится. И он такой быстрый. Так, 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 яйцо. Ничего страшного, мы резнем. Босс ушел, босс ушел. Вот это да, забираем, забираем, все, все забираем, пока не сожрали. О, класс, просто класс. Так, резнуть. Слоника резнуть. Здорово. Босс просто ушел. Что за части упали? Хотя нам ведь как-то еще выйти надо будет. А выход-то вот он. Кушать, кушать хочется. Умираю от голода. С той стороны ползает какой-то червяк. Босс, давай назад. Идет назад, идет назад. Ушел вон. Вот здорово. Давайте-ка, ребята, посмотрим. Лимит у нас, по-моему, уже не 600. Сейчас проверим. Можно построить более сильных животных. Можно добавить им еще частей. Так, ну-ка. Редактирование. Лимит 1200. Ничего себе, 1200, ребятки. Мы сможем в два раза сильнее животных сделать. Класс. Ой-ой-ой, босс пришел. Как бы мне его обмануть? А что вообще упало? Козьи ноги. А, лошадиная шея, по-моему. Собачья пасть. Лошадиное тело. Лошадиная шея. О, лошадиная нога. Скорость 15, ничего себе. Надо срочно искать лошадок. Так, а это что, хвостик? Собачий хвостик. Лошадиные ножки такие быстрые. 15. Так, ладно. Ждем, пока босс пройдет. Не рискуем. Он очень быстрый. И надо будет как-то прошмыгнуть. Ну, самое главное, я повысила лимит. Остальное не страшно. Даже если и помру. Ничего страшного. Там дракон? Ой, блин, там дракон. И даже два дракона. И даже три дракона. Они что, там плодятся, что ли? Только что никого не было. Так, босс, ты ушел? Кажется, отошел. Я боюсь, когда он поворачивается. Опять пошел к выходу, гаденыш. Так, жирафоногий. Мои животные боятся. Они на него не нападают, они убегают. Интересно, сделали. Черт, сюда идет. С той стороны драконы, с этой стороны босс. Пробежим? Нет, 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 сам развернулся. Не идет, зараза. Заскулил и назад повернул. Значит, опасно.
А там драконы стоят, смотрят. Мне бы домой вернуться. Да-да, босс, иди, иди, иди. Еще сделай несколько шажков. Давай, давай, давай. Пробежали, пробежали. Обманули босса. Красота. Класс, ребятки. Еще бы побегать. Кого-нибудь убить. Хотя кого я здесь убью? Здесь такие монстры, скорее меня убьют. Ох, еще бы не заблудиться. По-моему, мне на тот луч. На самый-самый крайний. Какие-то джунгли. Хотелось бы побегать здесь, посмотреть. А, ну боюсь, найду себе приключений на одно место. Давайте аккуратненько. Он, змейка, ползает. Так, тот толстый луч — это второй храм. Дом у нас находится, должен находиться в той стороне. Это что еще за крокозябра лежит? С фонариком. А это что? А это кустики. Собачки. Драконы. Крокозябрики. Растения. Ой, елки, как вас обойти? Мир такой интересный. Я столько всего еще здесь не знаю, столько всего не видела. Так, это кто? Какие-то двухголовые ламы. На двух ножках ходят. Вы только посмотрите, какие здесь огромные деревья. Овечки. Сколько у них ног? 8 ног? Точно. 8-ногие овечки. Ух ты, какие-то горы. Ой, как резко деревья загрузились. А это что? Похоже на улей. Да? Как будто бы улей, а это мед сверху. Интересно. Хочу посмотреть, что это такое. Может быть, и пчелы какие-нибудь будут. Хм. С какой стороны-то подойти? Что там через текстуры можно посмотреть? Там пустота, там какая-то вода. Ой-ой-ой, не упасть бы. Вылазь отсюда. Железо. По-моему, вот это железо. Сейчас проверю. Мне же железо теперь надо, но, скорее всего, у меня атаки не хватит. Это надо вернуться домой. Улучшить свое животное. 69 атака нужна. А потом уже идти добывать это железо. Так, жирафоногий. Скоро он будет у меня лошадиноногий. Хотя, знаете, я бы лучше лошадку сделала. Полностью из лошадиных частей все. Но у меня пока что из лошадиных частей это там одно туловище и одна ножка. Надо найти лошадок и поубивать. Ну, или приручить можно, как вариант тоже. В общем, давайте бежать домой. Если мы кого-нибудь встретим... Это козлик? Какой козлик интересный. Ха. А, меня боится. Заорал, так и убежал. Так еще забавно орет. Бу. Бу, козлик. Бу!
Беднягу разорвали. В этот раз он меня напугал. Ой-ой-ой, вон те цветочки опасные, к ним не подходим. Нет, к ним не подходим. Здесь столько тыков растет. Куча железа. Куча дерева. Водичка. Ой, кошечки. Так, погодите, ребятки. Мы находимся около второго храма. Мы где-то близко уже. Ничего не вижу из этих деревьев. Мне бы выйти к океану, я бы там сориентировалась. Так, плохая надпись. Туда не ходить. Там кто-то опасный, экстремально опасный. Так, сейчас сориентируемся. Это что за чудовище такое? Мускулистая свинья? Какие у нее бицепсы? Ничего себе, накачалась. И побежала. Вход с другой стороны. Надо как-то перебраться через эту водичку. У нас дом там, в той стороне. Может, ее получится обойти? Да, кажется, можно обойти. Хочу лошадку себе. Очень хочу лошадку. Ура! Дом, милый дом. Наконец-то я приехала. У меня забит инвентарь. Надо сейчас разгрузиться. Выложить все лишнее. Взять самые лучшие части. И будем создавать животных новых. А еще, я думаю, можно посадить животных. Высиживать яички. Пусть высиживают, пока я занимаюсь своими делами. Так, а ну-ка. Слоник, садись. Садись, высиживай яичко. А сюда можно посадить крабика. Так, крабик, который из них. О, все правильно. Так лег еще. Так лапки разложил. Распластался. Все, животные сидят, яйца высиживают. А мне нужно все разложить по местам, навести порядочек. И я думаю, к тому времени яйца как раз у нас уже появятся. Ну, вроде все. Сумки я свои разобрала. Что там с яйцами? По-моему, яйца готовы. Вот они, яички. Надо их только разбить. А ну-ка, не жрать. Не жрать. Нельзя. Вреденки. Еще одно седло. Уже третье. Слоновья ножка. Вот вреденки. Так, что у меня получается? Слоновьи части немножко добавились. Лошадиные части. Это мы выбили в храме. Очень хорошие части. Жаль, по пути домой лошадей не нашла. Надо будет потом побегать, поискать лошадей. У них части намного лучше, чем у меня сейчас есть. По-моему, даже слоновьи им немножко уступают. Или хотя нет, не уступают. Но все равно, хочу лошадиные ножки. Насколько я знаю, они самые быстрые. Пойдемте в храм. Сейчас будем создавать новых животных. Начну я, пожалуй, с крабика. С крабоногого. Редактирование. Разбираю его полностью. Животные мои разбежались. Так, дальше. Слоник, иди сюда. Иди ко мне. Твоя очередь. Так, слоненько я разобрала. Место еще есть в инвентаре.
Ну и последний ты, мой дружок. Иди ко мне. Иди ко мне, убежал. Испугался. Беги, беги сюда. Так, редактирование. Стой, не дергайся. Тебя разберу. Ой, не все поместилось. Собачья мордочка, седло и что-то еще не поместилось. Ну да ладно, части никуда не денутся. Тут все забором огорождено. Ну, в общем, апгрейдить я их немножко апгрейдила, но как-то не совсем существенно получилось. ХП немножко прибавилось, дамага тоже чуть больше стало. Ну и плюс, конечно, ничего красивого сейчас создать не получается, потому что у меня не хватает частей. Ох, какой дождик пошел классный. Так что, ребятки, надо идти охотиться и надо добывать части. Иначе ничего хорошего не получается. Что ж ты такой несчастный-то у меня? Посмотри, какой дождик. Ты же сытый, все хорошо. Ёлки-палки, еще и ударила нечаянно. Ой, все, обиделся. Обиделся на меня. Сейчас будут убегать. Иди сюда, поглажу. Иди сюда. Я тебя поглажу. По ножке. Во, настроение повышается. Еще немножечко. И покатаемся, поездим. Надо поискать, ребята, волков, лошадей хочу поискать. Кого-нибудь более существенного. Так, все, ты у меня счастливый. Иди сюда, я на тебя сяду и поедем в путешествие за частями. Ну, конечно, на меня надо наступить обязательно. А, седло! Я не одела седло. Думаю, что ж я не могу сесть. Про седло совсем забыла. Так, раз. А давайте всем одену. Почему бы и нет? Всем седлышки. Ты какая морда торчит, ты что так пугаешь? Дайте выйти, дайте выйти. Иди сюда, слоник. Хотя тебя слоником не назовешь. Голодный, ну мы его сейчас покормим. Редактирование. Седлышко на голову. Повернуть. Так. Кто следующий? Как я плюхнулась хорошо. Ты хочешь? Ну иди сюда. Редактировать. Куда убежал? Убежал сразу. Иди сюда. Так. Редактировать. Ну, тебе тоже куда-нибудь на спинку. И последний у меня краба-паучок остался. Или краба-змейка. Двухголовая. Такой дождь приятный. Обожаю такие дожди. А куда мне тебе прилепить седло? На него места нету. Ладно, останешься без седла. Поехали. Поехали кататься, поехали охотиться. Значит, давайте-ка, ребятки, либо выйдем к тому храму, там я видела лошадей и там я видела волков. У волков очень сильные части. Либо же можно вдоль берега идти. Так я точно не заблужусь. Давайте лучше вдоль берега. Выйдем к морю или к океану. И будем держать курс до следующего храма. У нас, по идее, есть еще один храм, в который можно также сходить и снова повысить свой лимит. Так что в ближайшее время, я думаю, мы туда тоже отправимся.
он только немножко поохотится. Я хочу подобывать железо, но чтобы добывать железо, мне немножко атаки не хватает. Чуть-чуть. Там получается атака нужна 64 вроде бы, да, если я не ошибаюсь. А у моих животных почти 60. То есть еще немножечко. Так, где у нас океан? Что-то я не туда побежала. Еще немножечко и уже пойдем за железом. Хотя, может быть, лучше было бы и лимит повысить. В общем, посмотрим. Может быть, в следующей серии мы с вами скатаемся в следующий храм. Лимит тоже нужен. И части нужны, и лимит нужен. Все надо, чтобы создать хорошее животное. Ну, вы знаете, я торопиться не люблю. Не все сразу. Удовольствие такое надо растягивать. Поэтому потихонечку, потихонечку и всего добьемся. Теперь бежим вдоль берега. Дождик кончился. Солнечно, красиво. Вон там курица купается в океане. И высматриваем кого-нибудь сильного. Тут слоники ходили. Слоника мы забьем, я думаю, легко. Если он будет один. И лошади. Очень хочу лошадей. Эти все нам животные не нужны. Коровьи, жирафьи части, ничего интересного. А еще я видела свиней. Вот свиней ни разу не убивала. Это кто? Это лама и собачки части. Так, собачки мне тоже не нужны. Целая куча их частей. Курочку загрызли. Паучки. Так, а паучки из чего состоят? И они, по-моему, очень сильные. И вон они, какие-то мутанты еще ходят впереди. Непонятные. У них вроде бы огромные рога. Да, с такими я не сражалась. Можно попробовать, конечно. Я не уверена, как бы сейчас нас назад не отправили домой. Но я попытаюсь. Выглядят они мощно. Так, животиночки мои, давайте в атаку. В атаку. А я помогу. Змеиные челюсти, что ли? А, они побежали паучкам к маленьким. Так, скорее, скорее, скорее. Рога, рога забрать, все забрать. Второго тоже загрызли. Умнички. По-моему, какие-то новые части. Ой, блин. Мой слоник нарвался на паучков. На маленьких. Это плохо. В атаку. Давайте-ка мы их попробуем убить. В атаку, в атаку, в атаку. Ух ты, легко. Заберем части. На меня кинулся. Нет, слоник. Слоник погиб. Так, слоник погиб. А что ж у меня жирафоногий-то ходит? Как ни в чем не бывало. Не помогает совсем. Что с ним не так? ХП, наверное, мало. Ну-ка, дай части возьму. Толкается. Ну-ка, иди туда. Съел, что ли? Тут какая-то часть была. Так, что здесь есть? Туловище тарантула. Атака 4. Хелсы 18. Глаз тарантула. Это чей глаз? Черепаший глаз. И все, да? А нет, погодите-ка. Черепашья голова. Хед написано. Вроде бы морда, вроде рот. Атака 36. Неплохо. Так это черепашки были? Черепашья нога. Черепашья шея. И самое главное, рога. Рога. Дамаг 20. Хелсов 0 дает всего лишь. Но неплохо. Жалко только, что у меня слоник погиб. Надо бы вернуться его резнуть. Или еще поохотиться.
сейчас еще жирафоногий у меня помрет, хп мало осталось. И тогда точно придется домой возвращаться в атаку. Отлично. Части тарантула, жирафьи хвостики. Ну-ка, 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 отойди, а то сожрешь сейчас. Ух ты, какая-то новая ножка тарантула волосатая. Такой у меня тоже еще ни разу не было. Жирафьи хвостики мне не нужны, можно животинок покормить. На. На тебе еще хвостик. А, да елки-палки. На так ешь. Да блин. И не выкинуть его. И ударить могу нечаянно. Вот плохо. Одна и та же кнопка забита на то, чтобы и кормить животное, и удар сделать. Надо совсем близко подойти, чтобы его покормить. Чтоб нечаянно не ударить. Ну, пойдемте еще пробежимся немножко. А потом придется возвращаться. Вообще, ребята, я думаю, надо скрафтить кровать. Поставить кровать около второго храма и около второго храма поохотиться. Потому что в случае чего, там можно будет воскресить животное. Если вдруг погибнем. А тут далековато до дома бежать. Что там розовое? А, это яд. Вечереет как быстро. Вроде бы только что было утро, а уже ночь. О, а вон те мускулистые свиньи. Надо бы попробовать их убить, потому что у меня не было их частей. Посмотреть, что дают их части. И вот какие-то еще тваринки бегают. Не знаю, агрессивные, не агрессивные, сильные, не сильные. Сейчас попробуем справиться вон с тем. Так. В атаку. Загрызли. Части осьминога и еще что-то там было. Давайте, давайте, яичко. Молодцы. Я заберу. Так, части осьминога упали. Ротик осьминога. Интересно. А теперь свинок. Еще свинячье яйцо. Свиное. В атаку. Грызите свинок. Ох, как хорошо. Они не агрессивные, убегают, боятся. Ротик, ротик. Одна свинка от страха аж в плавание пошла. В атаку. Дайте заберу. Так, яйцо они тоже разгрызли? Ну-ка, отойдите-ка отсюда. Сожрал. Ну что ж, давайте смотреть. Свинячий ротик, атака 14. Свинячье туловище тоже не очень. Хелсы 16 всего лишь. Собачье даже получше будет немножко. То есть на них нам не стоит охотиться. Вон там что-то большое. С фонариком на заднице бегает. Так, ты у меня, дружок, сейчас помрешь. ХП почти не осталось. Я знаю, знаю. Знаю. Надо тебя подхилить. Надо тебе отдохнуть. Так, а чё я двигаться не могу? Что не так? Странно. Застрял, что ли? Иди сюда. Нет, не застрял. Надо погладить. Погладить животинку. Все, счастливее стал. Хм. Не хочет двигаться. Как только на него сажусь, все,
Встал как вкопанный. И не едет. Может, из-за того, что ХП нету у него. Бедняжечка. Ладно, ребятки, на этом я завершу эту серию. В следующий посмотрим. Либо пойдем охотиться на кого-нибудь сильного около второго храма. Либо же пойдем все-таки повышать свой лимит. Следующий храм. На этом все. Всем пока-пока.